торнадо приземлился к западу от Ватруса и пляжа Маниту около 15 часов ровно в среду в Канаде, 29 июля. Воронкообразное облако начало формироваться к востоку от Янга, прежде чем приземлиться возле пляжей Уотрус и Маниту, из земли можно было увидеть вращение. К северо-востоку от озера Литл Маниту и к западу от Дрейка одновременно сообщалось о проливном дожде и граде. Если вы столкнулись с торнадо, идите в подвал или укройтесь в небольшой внутренней комнате на первом этаже, например, в ванной, туалете или коридоре. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь внутри с пристегнутым ремнем безопасности. Опусти голову ниже окон. Накройте голову руками, курткой, пальто или другими мягкими вещами, если это возможно.